это парижское утро, у меня зарядка. Поднимаюсь на Монмартр. Зачем? Ну, во-первых, я очень люблю это место. А во-вторых, ради очередного вкусного завтрака. Коклико в переводе с французского – это мак, который цветок. Но для меня это слово не имеет никакого отношения к флоре с недавних пор. Именно так называется пекарня-ресторанчик, которая уютно расположилась на Монмартре в районе станции метро Одесс. Пройти мимо невозможно, яркий красный навес и вывеска с яркими маками. Хочешь не хочешь, привлекает внимание. А еще часто из пекарни тянется очередь из желающих прикупить ароматную выпечку и свежеиспеченный хлеб. Утро без багета для многих французов и не утро вовсе, как и без круассанов. Можно не только купить все это с собой, но и позавтракать прямо там. Есть столики снаружи, а есть внутри. Но самый лучший, на мой взгляд, вариант – подняться на второй этаж и занять столик у окна, чтобы завтракая наблюдать за суетой просыпающегося Парижа. Интерьер в Коклико очень уютный, с массой разных деталей, создающих очень трогательную атмосферу старого парижского кафе. Разглядывать все их можно бесконечно, все время находя что-то новое. Очень я люблю такое милое старье, которое обретает новую жизнь, занимая место на полках в подобных заведениях. Отдельного внимания заслуживают столики. Это не просто мебель, это настоящие произведения искусства. Большинство столешниц украшают настоящие картины разных художников, изображающих все те же красные маки. И это не какие-то там репродукции, самые что ни на есть оригиналы. В углу каждой такой картины стоит подпись автора. Все столики накрыты нарисованной картой Монмартр, на которой отмечены основные достопримечательности. Поэтому в ожидании еды можно мысленно пробежаться по его улочкам и спланировать дальнейший маршрут для прогулки. Меню в Коклико очень разнообразное и достаточно большое. Позавтракать там можно не только свежей французской выпечкой. Есть и киши, и сэндвичи, и омлеты, ну и, конечно, все традиционные десерты и тарты. Выбрать совсем непросто, легче сделать это, предварительно заглянув в витрину, в которой представлена большая часть всего этого разнообразия. Еще пекарня Коклико славится размером кофейных чашек. Там есть и стандартные, но кому они интересны? Просите кофе в самой большой чашке. С таким тазиком любой завтрак становится еще прекраснее. Мой обычный выбор там – это любимые пау резан, пау шоколя и слойки с шоколадом и заварным кремом, которые называются то пипито, то кроват. А еще желательно заточить кусочек тарта с какими-нибудь ягодами, ну если место останется. В общем, если вы вдруг окажетесь на Монмартре в любое время, когда двери Коклико открыты, порадуйте себя здесь чем-нибудь вкусным. Но, конечно, особенно приятно в таком прекрасном месте начинать новый день. После такого завтрака он непременно складывается удачно. А еще в Коклико можно купить печенье, конфеты, шоколад и даже посуду, среди которой есть и те самые чашки, в которых там подают кофе. Глаза разбегаются, одним завтраком там точно не отделаться.